встретившись с этим изданием, ну, начинаешь лучше вчитываться в него. Прям каждое слово ты с ним встречаешься. И еще интересно, так я когда читала сказку, она как сказка. Она нам рассказывается и разным шрифтом. Вот заметила, что где рассказывается про труд солнышка, там буквы такие больше, чем другие. Там, где рассказывается о том, как оно становилось таким, там совсем другой шрифт. Ну, это так увлекает, и ты трудишься вместе вот с этим, с трудом солнышка, наполняешься им и понимаешь, как это быть солнышком. Встречаясь с текстом, видно отношение автора. То есть вот солнце, ну, отношение такого возвеличивания, да, то есть солнце, даже когда солнце больше буквы, даже когда оно солнце, ну как-то даже оно звездочка все равно маленькая. Звездочка с большой буквы. Вот это вот сразу мне как-то тоже внимание обратило. Солнце, оно, даже будучи звездочкой, оно уже, ну, такое вот великое. Более глубоко понимаешь, наверное, что хотел автор передать с помощью знаков препинания, тех же свет, когда вот с такими восклицательными знаками. То есть вот оно прям льется. Встречаясь с красотой шрифта, здесь такую вижу заботу авторов о нас, ну, о тех, кто любит солнечную сказку, любит солнечную сказку с видеотекстом, где-то текст, который в видеотексте здесь напечатан. И можно на самом деле взять и разглядеть, встретиться с этой красотой, вообще невероятные буквы шрифта, и благодаря этому постигать содержание все глубже и глубже. Надо же, вот очень, очень созвучно с тем, что ты сейчас сказала, что девчата тоже делились. Очень интересно вот эти шрифты и разные. И интересно было постараться немножко отгадать загадки, которые заложены в шрифте, и вот как-то, ну, что-то открывать. И почему-то в этот раз мне вот слово «забота», вот когда старалась почувствовать «забота», как-то оно особенно отразилось, и мне почувствовалось, что вот это издание, эта забота, ну, обо мне вот сейчас, чтобы можно было поближе, ну, подружиться вот с этой сказкой, поближе с ней встретиться, как-то повзаимодействовать, раскрашивание повзаимодействовать, ну, как-то вот, чтобы получше ее узнать, вот, такой, вот такая вот забота.